С десяток так называемых представителей Киевского патриархата вломились в Преображенский собор в Сумах. Они стали принуждать местную епархию пустить в собор своего митрополита для молебна за жертв Майдана. На возражение, что присутствие раскольника в храме недопустимо по канонам РПЦ, обещали забросать собор коктейлями Молотова. Сейчас храм взяли под круглосуточную охрану верующие. Только что, во время общения моего с господином Карпенко, представителем Киевского патриархата, прозвучали угрозы в мою сторону и в сторону всех представителей, священнослужителей Украинской Православной Церкви и Московского Патриархата. Шла речь о том, что если мы не будем молиться вместе с Киевским Патриархатом, то вызовем негодование Майдану, и в нашу сторону полетят коктейли Молотова. Именно так он и сказал.